проходить игрушку Samurai Warriors. Часть первая у нас история Ледяно и проникновение в замок Адзути. Как всегда, опять проникновение куда-то там. Опять будем бегать по замку. Так, восстание Мицухида оставило Нунагу ни с чем. Едва унеся ноги из Ханодзи, Набунага и Ноа отправились к башне замка Адзути, который теперь находился под контролем Мицухида. Отомстить решили, да, Мицухида-то? А написано, что мы как бы с Набунагой, а почему тогда она одна бегает без Набунаги? Ну ладно. Этот замок Адзути меня уже в кошмарных снах скоро будет. Да-да-да. I will do whatever you want me to do. Very well. Let us go to the tower. Is someone there? Окей. Так, здесь у нас ждет. Никто нас тут не ждет, короче говоря. Можно пробежать спокойненько. Мое. Спасибо. Так, а что у нас тут? Тут какой-то проход и там какой-то проход. Давайте сюда сходим. Я так понимаю, это к выходу. Привет. Сука, твою мать. Надо, наверное, их все-таки убить, а то он потом подстроит какую-нибудь подляну. Слышишь ты? Иди сюда! Another victim. All right. I guess you've had enough. Ну да, ну да. I'll just be on my way now. Bye! Тик-тик-тик. Здесь пусто. Блин, здесь целая куча народу. Это нехорошо. Пойдемте на второй этаж. Мне здесь не нравится. Дают дофига, кстати, времени. 45 минут, это дохрена. Я так понимаю, здесь будет довольно-таки много этажей. Штук, наверное, 6. По крайней мере, нам не надо искать какие-то сокровища. Нам чисто надо искать выход. Ах вы суки! Ах вы суки! Так, это куда ведет? А, не знаю, но мы сюда пойдем. Вот это было неприятно. Так, может быть тут? Да, мы нашли выход. Довольно быстро. Низкий старт номер 3. Нет.
Ой, мне здесь не нравится, ой, не нравится, ой, не нравится. Да, здесь я не пройду. Может быть, тут? Нет. Чё, даже... Вы посмотрите, даже... Не только ли выхода нет, но даже и никакой приколюхи не положили. Так, может быть, тут можно пройти? И тут тоже никакой приколюхи нет. Печалька. А здесь что? Ничего, можно сказать. Так, 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 так. Много дверей. Мало толку. Подождите, наверное, все-таки здесь как-то должно быть, нет, разве? Да вроде как нет. Подождите, подождите. Не бейте. Я заблудился. Поэтому не надо меня бить. Вот здесь вот какая-то дверь есть. Возможно, да, возможно. А возможно, что и нет. А возможно, что и да. Одно проверю я. Ох ты ж, мать твою. Тупик, тупик. Вот здесь вот, наверное, все-таки какой-то ход должен быть. Я понял. Не отвлекайтесь. Я вижу сокровища. И что здесь у нас? Здесь у нас тоже тупик. Чё-то до хрена тупиков. Реально не поймешь, куда идти. Это было неприятно. Тут нет ни черта. Здесь, по-моему, тупик. Да. И здесь тупик. Будем искать еще. Опять где-то, блин, просмотрел какую-то дверь. Вот теперь вот бегай и ищи ее. Эту самую дверь. Где она, блин? Поэтому я ненавижу, блин, замки в этой игре. Первоначально мне эта идея понравилась, но потом я понял, что это фуфло, а не идея на самом деле. Да ладно, там уже не было этого копья-то. Так, ну здесь нет ни хрена, и выхода тут тоже нет. Замечательно. Да... Они же уже высунулись, эти копья. Как она могла на них наступить-то? Может, тут что-то есть. О, какая-то дверь. Куда-то ведет. Там, кстати, есть что-то. Давайте заберем. Я так понимаю, это нам туда и надо.
того. Ага. Да, понятненько. Ясно, понятно. Сейчас нас тут будут прессовать по полной программе нахрен. Вон они, суки. Я вообще-то пригибался. А куда он побежал? Слышишь ты? Вы посмотрите, они даже в воздухе попадают, да? Надо уходить. Неприятные товарищи. Реально. Beautiful woman in a place like this. I must be dreaming. Oh, you will be dreaming very soon. Oh, please, if this is a dream, don't let me wake up. Сука. Больно. Больно было, слышите. Так, мне бы лечилку нафармить надо бы. You gotta know when to walk away. Потому что что-то мне не нравится. Но вообще меня тут просто побьют. Every rose has its thorns, as they say. И я немножко это самое. Провтыкал и получилось, что я ушел на следующий этап. Ну, ладно. Это не страшно. Кстати, вот с этого может что-то выпасть. Нет. Я, кстати, надеялся на лечилку. Но дали какой-то мешочек с монетками. И что я здесь делаю? Мне сюда не надо. Давайте сюда войдем. Дверь. Дверь определенно куда-то ведет. Если она лестницей заканчивается. Чё сказал? Я не знаю. Бывает. Это печально. Весь мусол в молоко куда-то пошел. А мне это не нравится. Так, вот здесь еще есть какая-то дверь, но я так понимаю, что мне не туда вообще, ни разу. Ну да, здесь сокровища. Так, будем искать, что? Да чтоб тебя. Точно нет. А, вот дверь есть какая-то. Ага. Все. Так, этого не будем даже трогать. Ну, привет.
смысле, куда он? Блин, а он быстро бегает, сука. Такая. Ты что вы? Откуда вы взялись? Ты здесь не был у вас. То есть я пробегал, не было никого. Shadows never die forever. Да-да-да. Так, я взял вроде. Экспу. I am the demon's wife, not the viper's daughter. Сюда? Да хрен поймешь, на самом-то деле. Что-то мне здесь... Я думал, тут будет дверь. А она что-то как-то... Как-то не наблюдается, и здесь тупик, да? Я так и понял. О, жизнь восполнили. Хорошо. А, вот куда надо было свернуть. Я не туда свернул. Так, пятый этаж. Ну да, я говорю, где-то 6 этажей будет. Блин, туда можно пойти, сюда можно пойти. Я пойду сюда. А потом возьму и пойду сюда. Поверну вот тут. Зайду сюда. Ай, твою мать. Как тут все страшно-то. Ага. I shall meet you in the tower. What the fuck? It's just as you see it. Ну чё, давай драться. How many people have fallen victim to your folly? Understand this. Your folly ends here. Mitsuhide, you never change. Please. Folly is what makes life worth living. Ой, зря я это сделал. Да харе. Сейчас ведь прошибет еще к тому же, а? Отойти-то не могла. Дай, о, спасибо. Долго. Another вот victim. Так вот. My body may perish, but my will. Конечно. Все так говорят, мужик. На кладбище половину покойников так перед смертью говорила. Ну, посмотрим, что сейчас будет за концовочка. Набунага вроде выжил. Так, а я вот этой вот фигней, да, бросить.
Я, получается, ходил с не с самым крутым оружием, я забыл его поменять, да? Ну ладно. Так, это мы возьмем. Блокировка не нужна. А на больше у нас денег нет. Все понятно. Ну-ка посмотрим, что там. Еще-то нам покажут. You wanted Nobunaga's blood. But what I wanted, what I desired was. Now there is no reason for me to stay at his side. No. What is it you desire? One needs no reason to take my life. I want you to exist eternally. You shall have it. Not only eternity, but beyond. Oh, dear. Ну и ладно. Короче, подружились, помирились, пошли всех убивать. Молодцы. Что еще сказать? Ну и в следующей серии будем на Бунагу уже проходить. Всем спасибо за просмотр, всем пока.